Итак, всем приветствую. Первым мы продолжаем проходить StarCraft 2 Wings of Liberty. Давайте посмотрим, что ли, новости тут. Спасибо за интерес к нашей передаче. Кейт Локвелл продолжит рассказ о кровавом бунте Джима Рейнера. Спасибо, Донни. Аппетиты Рейнера явно растут. Вместе со своей бандой он напал на археологическую базу Доминиона и, судя по всему, похитил опасный инопланетный артефакт. Как раз сегодня император Менгск высказал свою точку зрения по этому вопросу. Трудно представить себе, какой хаос могут обрушить на наши миры безобидные, на первый взгляд, артефакты. Любой, кого уличат в хранении подобных предметов, будет наказан по всей строгости закона. Не расстраивайся, партнер. За твою голову по-любому назначена награда. Спасибо, Тейкс. Ужасно, Кейт. Насколько я понимаю, террористическая операция Рейнера стоила жизни многим мирным людям. Приходится признать, Донни, что скорее излишнее рвение солдат Доминиона повлекло за собой немногочисленные жертвы. Спасибо, Кейт. Итак, мы наблюдаем за развитием кровавой драмы. Джим Рейнер убивает женщин и детей на Марсаре. И как чиновники не побоялись взять в полицию такого отпетого преступника, как ты? Да это и был расчет. Из-за моей репутации преступники вели себя тише воды, ниже травы. За все время, пока я носил значок, мне ни разу не пришлось ни в кого стрелять. Тоска смертная, а не работа. Трофейчик, ничего так. Каково это? Воевать с зергами? Все заварушки, в которые мы с тобой раньше попадали, и после которых еле успевали уносить свои задницы, ничто по сравнению с зергами, Тайкус. Когда оказываешься лицом к лицу с тысячей этих сукиных детей, только тогда ты впервые узнаешь, что такое настоящий страх. Поболтаем давай, Тайкус. Так кто твой таинственный покупатель, Тайкус? Кому мы отдаем артефакт? Да какие-то яйцеголовые. И контора называется Фонд Мёбиуса. Фонд Мёбиуса? Это же вполне законная исследовательская группа. Какие у них могут быть с тобой дела? С тех пор, как твой кореш Менгск запретил торговлю безделушками пришельцев, бедные ученые изворачиваются как могут. Ну а я известный покровитель наук, Джимми. Ты же знаешь. Оригинально. Должен сказать, Джимми, ты стал настоящим бойцом. На месте Менгска я бы тоже хвост поджал. Ты серьезно, Тейкус? Да что ты. Нет, конечно. Шутник. Смотри, не подавись своим смехом. Это что? Я думал, протосы выжгли всех зергов на планете еще несколько лет назад. 4 года прошло, а в пустошах до сих пор находят их логово. Знаешь, а за такой трофейчик нам отвалят солидные бабки на черном рынке. Пошли на охоту. Иди, если хочешь. А я с ними уже навоевался. На 2 жизни хватит. Ничего, еще повоюем. Так, все вроде. Давай, что ты нам расскажешь сейчас, адъютант? Теперь, когда артефакт захвачен, вам нужно закрепиться на станции дальней и дождаться корабля, который вывезет вас с планеты. Он уже в пути. Будьте осторожны. Войска Доминиона могут отследить местонахождение артефакта по его излучению. Скоро за нами прилетят мои ребята. До тех пор нужно будет сидеть тихо и не высовываться. Это всегда пожалуйста. Думаю, мы заслужили пару часов отдыха. Командир, сканеры показывают скопление биосигналов зергов у места раскопок. Как же я не догадался. Тайкус, чтоб ты сдох! Я знать не знал ни о каких зергах. Клянусь! Если зерги будут следовать по выбранному курсу, то через 1 час они захватят базу. Дьявол.
Нужно продержаться до прибытия наших. Если мы распределим морпехов по бункерам и удержим эти два моста, то у нас будет шанс. Драка будет нешуточная. Да ладно. Я был в куче таких заварушек. Только там зергами не пахло. Окей, ждем долгую загрузочку. Люблю такие загрузки. Что стряслось? Так, ну давайте начинаем, что ли. Здесь лаборатория, реактор, так. А? Да не то. Блин, все время забываю про эту клавишу. Так. Давай, удиви меня. Морпехов по бункерам. СМ готов. Пресса довольно долго. Зергов будет очень много. И высоться пока что не советую. Завершена. Так, сразу же наймем медика. Какой хрен наймешь его? Потом будем обходить морпехами. СМ готов! Пристройка красавчик. Завершена. Зашибись. Прочь с дороги! СМ готов! Недостаточно минералов. Я уже зарвался. Так, это не приперлись. А вот и они! Целься! Вооружённые бригады будут! Зашибись, все живы. Давай, удиви меня. Я уже Так, скоро нас попросят о помощи, нам нужно будет вести небольшой отряд. СМ готов. Этот сойдет вполне. Всем, кто слышит это сообщение, мы окружены. Находимся у станции Дальняя. Нужна помощь! Это сообщение! Блин! Не стойте на месте! Почти главное это. Понятно! О. Еще бы! Бежим! Я уже думал, нам конец! Да и вам конец! Да, было четверо, стало... Нет, было шестеро даже. О, какие потери. Требуются дополнительные хранилища. Да задолбали хранилище. Требуются дополнительные хранилища. Есть? Вот вам. Живите их. Что стряслось? Уйди. Высылайте подмогу. Как скажешь. Требуются дополнительные хранилища. Таракан еще. Обнаружена группа летающих зергов. Время прибытия. Да прямо сейчас. КСМ, на ремонт бункеров. Я уже застрял. У меня еще целый бункер, но не понадобится. Кто на новенького? База. Один хп. Все, сдох. О, щит. О, ты как тут оказался?
Так, надо бы сюда небольшое подкрепление. Что происходит? Доктора вызывали? Где болит? Нигде. Нормально пока что. Ремар пихом болит. Бубо где-то. Нет проблем. Щит. Кому навешать? Так. А? Потихонечку еще бункеры строить. Доктора вызывали? Что? На помощь! На помощь! Нас окружили зерги! Если можете, помогите! Будет сделано! Так, а где? Доктора вызывали? Я готова. Без проблем. Куда же уже замочили, я что ли? Так, стой, если мы не поможем... случай запущенный. От них ничего просто не останется, поэтому лагаю, лучше помочь. Дело срочное. А-а-а-а-а-а! Сколько их там? Похоже, все серьезно. Да вот она где эта крыса сидела. Срочно! Давай, удиви меня! Вооружен и опасен! Что за спешка? О, что бы это было, если бы я не отступил? Задавим их! Бегом, марш! Кому навешать? Не-не. За чего же я тут нанимаю? Давай, удиви меня! Привет, чуваки! Парни, как же мы рады вас видеть! Выведите нас отсюда! Как же Прима! Хорошо, с удовольствием. Так, бункер сюда. Улучшение завершено. О, доктора вызывали? Кто на новенького? Так, строим еще казарму. Задавим их интеллектом! Приказы будут? Ох, щит. Брось дороги! Ха-ха, КСМ Форелла, бочка. Начинается проблема с хранилищем. Так, давайте, чувачки. Требуются дополнительные хранилища. Камон, есть рыбодёнка. Доктора вызывали? Выкладывай. Не-не-не. Вот что надо. Требуются дополнительные хранилища. О, одни медики тут что ли? Отбой, места мало. Что там бежит? Еду. Что там мало у тебя? Все нормально. А вот что стряслось? Доктора вызывали? Пристройка завершена. Доктора вызывали? Так, есть. Первые 10 минут продержались. Держитесь. Помощь на подходе. Побыстрее бы. Кто на новенького? Автосейф. Улучшение завершено. Доктора вызывали? Отдали. Приказы будут? Где болит? Я уже застрял, блядь. Да,
Вы сидите тут. Эсэп! Ох ты. Чит. Бегом! База. Срочно нужна помощь. Мы окружены. Кто-нибудь нас слышит? Нет, тебя никто не слышит. Ох ты. Вот здесь посложнее. Отдавим их интеллектом. Пошли, чуваки. Давно бы так. Давай, удиви меня. Вот эта хрень очень больно бьет. Бейте быстрее. С зергами лучше не шутить. Давайте, продолжайте надевать. Приказы будут? Будут. Приказ получен. Рады тебя видеть, Рейнер. Ждем приказаний. Понятно. Пошли отсюда, короче. О, черт. Что на новенького? Давай, удиви меня. Есть, сэр. Так точно, сэр. Отдавим их и съем. Кому набегать? Вооружен и опасен. Так, неплохо бы было бы уже и здесь расположить парочку морпехов. Бегом! О, щит, КСМ. Спустя такое долгое время потерян. Давай, удиви меня. Кто на новенького? Не мешайте его пухали. КСМ готов. Так, с повстанцев уже спасли. Опишите характер недомогания. Щит, сколько вас там? Или это лишь только начало? Ну, ты что, боишься меня? Значит, уважаешь, раз боишься. Доктора вызывали? Но. Что дело? Месторождение минералов выработано. О, все, минералы, значит, надо заканчиваться. Есть! Хотя, ну, тут еще есть атакована. Много минералов достаточно, в принципе. Я уже заждал. Кого подлатать? Бункер вы так. Нужно продержаться еще немного. Скоро нас заберут. Ты все обещаешь, да обещаешь, Рейдер, до помощи не приходит никак. Как это понимать? Давай, удиви меня! Кому наверх? Выкладывай! Прочь с дороги! Бегом, Марс! Доктора вызывали? Я уже заждался! Приказы будут? Ну, окей, постреляем пока здесь. Кто на новенького? Да он неразрушаемый. Вооружен и опасен! 4 минуты осталось продержаться. Посылайте подмогу! Приказы будут! Ай, зачем я это включил? Кому наверх? Вооружен и опасен! Так,
Пора по КСМу построить. Доктора вызывали? Буди! КСМ готов! Что на новенького? Бегом, марш! Даже бедный столбик бьет. КСМ готов! База атакована. Посылайте подмогу! Кому наверх? Месторождение минералов выработано. Говно стало чаще падать. База. Посылайте подмогу! И начинаются лаги. Бегом, брось дороги! Все понятно. База атакована. Так, все, последняя жопошная минутка. Командир, это Мэтт Хорнер. Держитесь, корабль на подходе. Неужели, блин? Ты не торопись, Мэтт. У нас полно времени. А ты не торопись, чего? База атакована. У нас дофигища времени. Ищи. Фу, пошла. Бедный КСМ бегает туда-сюда, чтобы починить не ХП, и мы продержались, черт возьми! А вот и кораблик. Ох, ротяра вышел. Карета подана. Есть кто живой? Рад тебя видеть, Мэтт. У нас тут весело. Хорошо, что мы успели, сэр. А теперь давайте-ка вытащим вас отсюда. Щит, сколько вас там? Очередной ролик. Как видите, неплохой такой арт, очень качественный. Даже очень реалистичный. Ну давай же грузить, что ты застряла. Он
позади, что это? За пиксельное говно. Черт, Джимми, ты многого мне не рассказывал. Ты чуть не опоздал, Мэтт. Я вас ни разу не подводил, сэр. Это точно. А теперь сваливаем отсюда. Всем батареям. Открыть фронтальный огонь. Запустить двигатели 2 и 6. Гиперпрыжок по моей команде. Прыжок. Улетели. Хорошая вещичка. Какого черта зерги вернулись? Зачем им нападать на Марсару именно сейчас? Не только на Марсару. Посмотрите. Полномасштабное наступление. Многие пограничные миры подвергаются разрушению. Огромные потери. Миллиарды погибших. Только что зерги напали на центр военных разработок. Пресвятая мать-заступница. Эксклюзивная запись подтверждает, что Рой действительно возглавляет королева клинков. Блин, это качество. Мы знали, что она вернется. Но что ей нужно? Она пришла завершить начатое. Вот теперь мы на нашем огромном кораблике Гиперионе. Кто знает, с чем нам придется столкнуться в этот раз. Сэр, нам нужно подготовиться к бою, проверить снаряжение и оружие. Да, пойду поговорю со Своном в арсенале. Думаю, он уже разработал парочку новинок. Мне неприятно спрашивать, сэр, но по какой причине этот осужденный до сих пор на моем мостике? Полегче, Мэтт. Тайкус мой давний приятель. Он вытащил меня из одной заварушки несколько лет назад. Я перед ним в долгу. Но у вашего приятеля список судимостей длиннее, чем... Не длиннее моего. Поверь мне, если бы Тайкус Финли хотел меня убить, я уже давно был бы мертв. Что ж, вам виднее, сэр. Ну, окей, окей. Побегаем по кораблику, рассмотрим все мы уже в следующей серии. А пока что мы закончим на этом. С вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.